На телеканале Катунь-24 начались студийные записи музыкантов и вокалистов проекта «Пой Алтай». Первый исполнитель и первая музыкальная дорожка записана вместе с аккордеонистом Олегом Шиминым. Сельские коллективы запишут вокал в районных домах культуры и вышлют в редакцию нашего телеканала. Напомню, что первый клип проекта на песню «Выйду на улицу» вышел в прокат в середине сентября. Увидеть его можно в эфирах и на сайте телеканала. Следующую песню увидеть и услышать нужно будет уже в начале ноября.